Приветствуем всех на канале Агроформат. Представляем вашему вниманию сегодня обзор нового мульчера от компании Dobermed с витиеватым названием EFCGHMZ. Много букв. На самом деле мульчер простой, удобный, многофункциональный. Сейчас об этом расскажем все поподробнее. С похожими моделями мы уже работали. В классе его можно сравнить с моделями ДП, EFCGH, с учетом корректировки на некоторые свои конструктивные особенности. Как мы видим, рама для трехточечной навески фиксированная. Есть дополнительные пазы для перемещения вправо-влево, если кому-то очень нужно. Редуктор здесь используется усиленный с обгонной муфтой. Такой же, как на более тяжелых классах, типа ДП, КДК, АГМЗ и так дальше. Привод, три ремня. Спереди защита от вылета камней, веток, биомассы. Особенностью данного мульчера является то, что лыжи вынесены по креплению не снаружи рамы, а внутри рамы. Снаружи рамы у нас здесь идет такая окантовка дополнительная защитная, которая оберегает от попадания веток, зацепов и прочих недоразумений. Таким образом выглядит у нас защитный кожух ремней. Очень важный элемент здесь то, что он вентилируемый. И есть у нас такая резиновая заглушечка. Если ее подковырнуть, там у нас масленка, с помощью которой смазывается роликовая система. Вот так он выглядит у нас сзади. Прикатывающий каток с счищающим ножом. Открывающаяся крышка. То есть, если вам не нужно сильно измельчать биомассу, допускаете разброс ее по территории на более обширном пространстве, можете открыть крышку. Вот откручиваются два болта, правый и левый, ручка, рукоятка, приятно, аккуратно, материалы хорошие, поднимается, происходит разброс. Если говорить о рабочих органах, сейчас мы вот так опустимся. То есть молоток — основной рабочий орган, весом 0,74 килограмма. Внутри наварены пассивные ножи, которые способствуют лучшему измельчению. Если мы посмотрим на лыжи и на регулировку катка, мы также увидим возможность регулировки лыж по высоте и углу наклона катка, что позволяет нам регулировать высоту скашивания. Вот таким вот образом это все у нас происходит. Данный мульчер относится к диапазону недорогих. Его цена составляет чуть более 100 тысяч рублей. Весит он почти 300 килограмм. Укомплектован карданным валом. Любые вопросы звоните, пишите, с удовольствием ответим.